Валенсия против Барселоны. Сегодня, здесь и сейчас, стадион Месталья. Начинаем прямую трансляцию. 23-й тур испанской премьеры. Потери действительно внушительные. Деку и Рональдиньо, игроки для Барселоны ключевые. Ну и Месси таковым становится. Испонента на это, наверное, было болельщиком Барселоны. Уйой. На Эскьеро. Ну, это, конечно, слабая замена Рональдини, но, с другой стороны, вообще в составе любой команды мы не найдем адекватной замены Рональдини. Так что и делает это на Сантьяго Бернабео. Здесь немножко иная задача, наверное. Это мадридский Реал в его состоянии, а это Барселона. Ой-ой-ой. Ну, дожил до своих седых уже волос. Правда, седину мы оценить не можем, потому что он ее тщательно... Барселоне. Да потому что все это пока происходит очень далеко. Ну, во-первых, не достает фирменных футболистов. И Деко. Важная составляющая. Ой-ой-ой, как здорово сыграл Вилья. Ангуло в штрафной убирает под себя защитника. Бьет Вальдес, спасает команду Ригейро. Скиро пока как столб стоит. Маловато движения. Вот теперь он побежал параллельным. Еще раз смотрим. И снова пяткой. И не пижонство ради. Удар поворотом. Но соизмерять, конечно, усилия свои нужно. А вот атака, в которой Ангула бил с острого угла. Ну, Вальдес ближний угол контролировал. Если бы передачу Ангула делал. Ну, а передача в итоге получит. Это фол, и его не свистит Бруль, потому что продолжается атака Барселоны. Ригейро! Мяч в сетке! Нет! Мимо ворот. Вот это нарушение, безусловно. Здесь был и срыв атаки, который не сорвался по стечению обстоятельств, и просто грубость. Ну, а здесь Вальдес, конечно, молодец. Он очень грамотно выбрал момент для выхода из ворот. И, конечно, немножко-то малину. Все такой же сценарий. Делал это Вилья минуту назад. Барселона оставляет у себя мяч. Надолго ли? Маркес. Эскьеро. Дарнизом. В первом круге, если вы помните, Барселона практически целиком на чужой половине поля. Очень вальяжно и вольготно она владеет мячом. Забрасывается он на Жули. Жули встречает сразу два. Эскьеро. На это есть свобода, есть то, что любит Барселона. На углу штрафной камерунец будет бить. Нет, бить не далее. Пробрасывает на Иньесту, тот скидывает на Ван Боммеля. Удар! Взбодрилась немножко каталонская команда. Нужна, может быть, была именно такая атака гостям, чтобы почувствовать, что умеют. Немножко позабыли мы, да, вот... Передача в штрафную. Здорово! Аймар там! Удар и Вальдес. Ну как же так? Эдмилсон, чемпион мира, и Пуёль. Взяли и примерили на себя нос, который им подарил Пабло Аймар. Вот это прием мяча, да? И сразу на выход. Это почти даже удар поворотом, но вот мы смотрим, что Моретти с ним. Нам его всегда показывают при подачах, но от подачи решила Барселона отказаться вот только теперь. Ой-ой-ой, второй угловой. Стандартных положений. А теперь подача, и теперь Маркес будет выпрыгивать. Удар! Ну что ж, как бы там его ни держали, мексиканец умеет все равно всех обмануть.
две страсти есть в игре. И из него никто давненько не уезжал. Ой, какая потеря! Вилья! Мяч в сетке! Слушайте, ну вот, наверное, стоит забрать мне свои слова обратно по поводу того, что Вилья придумывает свои маневры до матча. Здесь абсолютно вот секундная ситуация. Это один момент, это все в эти 800. Ну, потрясающий человек. Смотрите. И вот он бежит к мячу, и он знает, что он туда его вот так вот забросит. Черпак этот, да? Ну что ж, Вальдес начудил в первом матче и, в общем, не отошел от этой традиции во втором. Ну что ж, слово за Канисаром, за Канисарсом, скажете вы. Голкипера Барселоны, то все-таки чудеса здесь нет времени для Валенсии. Валенсия застает Барселону не в лучшем состоянии, без некоторых важных игроков. Ну и психологическим тоже. Удар поворотом и практически не разбегаясь, с шага пробил поворотом. Как здорово, Аймар спас мяч для своей команды, а Вилью бьют по ногам. Перестарались сами хозяева поля. Маркес бьет поворот. Мы даже в эту далеко отодвинутую стенку попадает. Вторая попытка. И теперь уже достается рекламным щитам. Прочерченный вокруг себя. Барселона не упирается. Иньеста. Скера. Сместился в центр. Сделал передачу в центр. Вот так вот получилось глухим. Ригейра бьет, и здесь немножечко не хватило. Белетти. Классная передача. Ларсон, удар, и Канисарес. Вот это да. Вот это передача. Передача Наварро не успел. И если бы был подбор, если бы кто-то там оказировать и дальше. Кто бы мог. Кто бы мог. Ну, а здесь настолько блистательная игра Канисареса. Ведь... Но Барселона... Барселона стала больше получаться. Пас пяткой в последний момент. Берете. Иньеста. Это направо. Берете. Близко к воротам. Моральный. И уходят они стремительно. Колоссально. Очень-очень. На Мистальи многие рады такому результату. На дальнюю штангу и мимо ворот. А такое вот... По-прежнему Валенсия впереди. Этот гол забил Давид Вилья на 45-й минуте. И пока он остается единственным в этой встрече. Ну, прям вот аккурат в угол готов был положить Эдмилсон этот мяч. И Вилья пробьет поворотом. Удар! И Вальдес спасает команду. 1-0. Победа Валенсии над Барселоной. До которой теперь Валенсии 6 очков. 6 пунктов. 2 победы. Отличный матч. Спасибо вам всем за внимание. До лучших встреч.